Ян, Корж, Broke Boys. Ребят, это сенсационная победа. Да. Ваша. Над командой Тудроц. Артем Хачатурян, босс по трансферам Броуков. И никто не называл. Спасибо, мне нравится. И у вас очень много новичков, которые прекрасно себя показывают на поле. Вот Корж, автор, один из голов сегодняшних. Я его звал с января. Я его с января звал в команду. Я говорю, приходи. Я его знаю с 2017 года. В 2017 году я его не взял в свою профессиональную команду. Какую? Арарат Москва. Мы ходили с ним. Но я его не взял, и через две недели после этого сам ушел. Мы с ним столкнулись. Где мы столкнулись с тобой? Где? Ты покупал конфеты, Костя? Ты покупал конфеты, да, своим, да, братьям? Да, да, да. У тебя сколько? 17 братьев? Это сколько их у тебя? Три я брата. Я сказал, что мы встретимся, что ты будешь футболистом еще, что это просто момент такой, когда тебя где-то не берут. Потом я его звал с января. Он говорит, у меня контракт, я сейчас подпишу где-то. А потом я просто дождался, когда они проиграли 8-0 во второй лиге. И он говорит, наверное, я сам приду. И он пришел. Занял то место, то единственное место, откуда можно было забить гол. И один единственный человек это мог сделать, и он это сделал. Ну что могу сказать, вы сегодня играли супердисциплинированно, но относительно, кроме там факов Егорова, да, за которые можно получить какие-то лишние там карты. Я его не знаю. Да, но в целом, как проходила подготовка перед матчем, расскажи. Перед матчем все было прекрасно. Мы выиграли две игры, были в хорошем настроении. Спокойно подготовились к этой игре, как обычной. Я не знаю, почему все считают, что это сенсация. Я пришел в эту команду и, не знаю, я так считаю и хочу, чтобы все так считали, что такие результаты не должны быть сенсацией в нашем исполнении. При этом у вас было два поражения, если не ошибаюсь, с Дротами до этого. Но до этого я не играл здесь. Спасибо огромное. Это была команда Broke Boys. Вас с победой 2-1. Было классно. Атмосфера просто невероятная. Болельщики супер. Увереннее, но все равно неплохо. Спасибо по счету. Да. Спасибо. Спасибо.